Двинулись с автовокзала Рубцовска в сторону границы России с Казахстаном. О, тут Рубцовский небоскреб. О, а там что такое происходит? Что за сборище? КПРФ? КПРФ митингует. Он сзади подсказывает, день комсомола сегодня. А ты была комсомольцем? Женщина? Я вообще-то секретарем комсомольской организации. А почему ты забыла свой профессиональный праздник? Его каждый год отмечают. Да, вот такой преданные делу были. Вот и просрали мы страну. Комсомольцы. Из-за таких секретарей. Добровольцы. Я-то, понятно, рядовой был. Распи. А это же секретарь комсомольской организации. Познакомьтесь. Города. Ты фигню не говори. Ты сейчас можно сказать. Да, тут смотрите как. Да. Деревья смотри, раскрашены. Наверное, начальство же далеко. Там парными вязанками обвязаны. Да, здесь цветными красками. Сразу такая радуга и сразу настроение поднимается. Да у меня что-то мне без разницы какая тут раскраска. Ну раскрасили бы побольше, что так мало. До макушек? Нет, побольше деревьев, а то чуть-чуть. О, Сбербанк, смотри, неплохое здание Сбербанка. Ты что, прям дома отказался? Одним ужином, наверное. Вот сейчас проехал транспорт будущего, велосипед Урал. А что такое? Детско-юношеская спортивная школа. Вау. 80 человек работает. Да. Это склады какие-то. Там элеватор. А вот здесь вот полиция, не знаю для чего, вроде границы нет на российской территории. Стационарный контрольный пункт СКП Алтай. Водитель пошел говорить ку. Да, выехали наконец-то мы из Рубцовска. Вот элеватор уже показывал. А вот здесь вот лесопосадка, а за ней поля. И здесь садят каждую весну. Что здесь садят? Лук садят. Я думаю, лук и огурцы. Чтобы через границу не везти. Вот там построечки, вот если видно на камеру. Вон там за деревьями. То есть они там даже живут уже в мороз, март месяц еще. В холод они уже там живут. По-моему, тут китайцы, корейцы, да? Корейцы, вон там еще зелень у них. Да, еще зелень есть. То есть... Для себя, наверное, там уже... Да, чтобы уже готовиться к весне, наверное, да? Нет, покушать вот еще зеленые огурцы. Подтапливают. Вот так вот. Вот сейчас немножко посадки пореже стали. Вот показывают эти постройки. Видите, живут там люди. Это они живут, это тепляки. Ну, вот это длинное, конечно, нет, а вот там, да. Ну, я видела конкретно, там зелень была. Да. Топилась. Поля люди засаживают. А с правой стороны, вот как по ходу, если в Казахстан ехать, с правой стороны идет железная дорога. С левой стороны поля. Заехали в деревню Веселоярск. Ну, тут, смотрите, приграничная деревня. Более-менее гуси ходят. Здесь, конечно, не очень домики. Ну, в общем, ничего. Вот смотрите, какая остановка на федеральной трассе. Ну, наш водитель, видимо, немножко подколымливает. Выпускает еще одного человека. Заходит народ. Желающие в Семипалатинск попасть.
Кто-то вышел, кто-то зашел, а мы едем дальше. Вот Белоярск, Белоярск. Да, более-менее, это этот, Веселоярск, да. Так ухаживают, граница рядом. Видимо, через границу таскают. Есть деньги, перепродают что-то. Бизнес какой-то. Чувствуется живое, да, все? Ну, хоть не такое убожество. Ну. Ну, реально лучше, лучше люди живут. Прям видно по домам. Веселоярск. Получше Рубцовская мне понравился даже. Ну, ты видишь, да? Отлично все. Смотри, старенькие, вот видно, что старые постройки, но они ухоженные. Вот сейчас смотри, домик какой будет. Перекрывает. Сделали качельку, как березка покрасили. Угу. Так что вот так. Веселоярск. Неплохой. Старая заброшенная заправка, но там коровы пасутся сзади. Это, видимо, канал. Канал. Там вот вдалеке виднеется российская таможня. А дальше через нейтральную полосу казахская. Приближаемся. Вывеска. Как бы закончился. Таможня впереди. Сейчас водитель понесет документы. Проезжаем ворота, которые ведут на таможню. Камера. Вот, будочка. Сильно громко не буду говорить, чтобы не привлекать внимание. Российская. Минут 30 уже. Разговорчивая таможенница попалась. Прошли российскую таможню. Сейчас поедем на казахскую. Приехали на пропускной пункт казахской таможни. Подкрепимся конфеткой. Когда она была? Езжаем на территорию Казахстана. КП. Тут засортировали, смотри. Фига
себе. Уходим на Казахстан. Вышли из таможни, из казахской. Вот, счастливого пути. Как? Жолдарыныс. Жолдарыныс? Болсыны. Или Болсыны. Болсыны. Вот. Слушай, а внизу по-другому написано. Все-таки сафар. Правильно. Ну вот и все. Осталось часа полтора. Что за ерунда? Ну, не пускают в автобус. Давай, пойди. Хотел завести мотоцикл. Опа. Ну что ты смеешься? Ну прям неудобно. Давай я заведу. Дрыни. Ой, ключ забыл. Развлекаемся. Собака. Собака бегает. Тут не наш мужчина. Вот это первая наша. Он придет сейчас проверять нас. Бочка. Подошло. Последняя пассажирка. И все, и двигаем. Таможню прошли. Обычно досматривают личный автотранспорт. Дорогу делают. Тут быстренько кончается зарядка. Сбегаю в туалет после таможни.